장나라. 장나라, 누슈나. 와. Ты можешь вот так подержать? Ну-ка, дуй, 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 дуй вот так. Дуй. Корейская косметика. Да. Здесь у нас магазин. Это ваш магазин? Да. Здрасте, здрасте. Поехали в Казахстане салон. Тут будем красить в казахстанском стиле. Теперь у меня макияж все по-корейски. И моя подружка Жанара, у нее салон. Поэтому тут будем пользовать ее. Это для... Как чтобы называется? Убирать запах и пот. А, подмышки. Да, подмышки. А, это я не знала. Что а я в Корее, начали... да, многие... черный, он же в Корее в аптеках продается. Да, но это было, казалось бы, популярно. Ну, пользуется, да. Ну, интересно. Занара, это магазин косметики, и еще тут продается сладости. Жанара, это еще магазин косметики. Тут продаются. Да, обычно как красится в Казахстане? Хорошо. Красим в... Будете делать, пожалуйста, очень казахский стиль? Ну, тебе какой тумач нужно? Это казахский стиль? Нету здесь казахского стиля. Получается, у нас есть средний макияж, да, как такой легкий нюд. Либо мы делаем такой легкий вечерний макияж. Давайте легкий дневный макияж. Да. Ну, обычно как красятся девочки в Казахстане, да? Да, обычно как красятся в Казахстане. Хорошо. Все, начинаем? Давайте. Пэты. Ага. Вот кактус, и он очень хорошо увлажняет. Открытие любят. Ну вот мы такие самые такие хорошие цены. Для лифтинга они любят, да? Больше. Больше для отбеливания у нас и для увлажнения. Да. Потому что почему? Да, пигментных пятен очень много. У девушек после родов, во время кормления появляются вот эти черные у нас. Ты прям по-корейски накрасилась, да? Да. Как вам Казахстан? После долго жить в Корее? Адаптация очень трудная была. В Корее или в Казахстане? Вы же Катюшка, это ваше. Но все равно в Корее мы очень прям хорошо привыкли. Кстати, в Алмате очень много появились блогеры. Выходил улицу, 1, 2, 3, 4, 5 обычный человек, потом блогер. Потом 1, 2, 3, 4, 5 обычный человек, потом блогер. Смотрите. Блеск подарил. Кстати, почему в Казахстане так много беременных женщин? У нас каждый год по многому рожают. Ну, в одной семье. Что значит каждый год рожаете? Тут обычно сколько детей рожают? Ну, вообще сейчас очень много. Четверо, пятеро, да. А многодетная семья – это четверо детей. Ну, например, у меня три девочки. Я еще хочу. А, Жанара! Да. Жанара, нужно отдыхать. Еще тут рано рожают? 20 лет, 21. Да. Я тут, наверное, оставлю. Если ты можешь вот так подержать, я быстро принесу. Ну-ка, дуй, 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 дуй вот так. Дуй. А вот. Надо еще чуть-чуть, наверное. О, реально хороший способ, я не знала. Ютубу показываю. Готовить. У тебя губы прям очень сухие, да, стали? Жанара, тут очень сухая попала. Да? Очень. Очень сильно сушит кожу. Он с серумом, получается, очень хорошо будет увлажнять твою кожу. О, хорошо. Как раз в Казахстане мне нужно такой. Да. Пойдем себе нашивать. Он на водной основе, тоже на увлажнение. Это очень темный. Да, но у нас сейчас там светлый цвет. И будем так смешивать. Окей. И твой тон получим. О! Это слишком светлый. Да, я, наверное, я загорела. А, ты очень загорела. Да? Да, не. А в Казахстане любят тон отбеливать или... Нет, нет. За подходящий тон. Ну, мы вот так делаем, чтобы шея не отличалась сильно. А у вас, например, отбеливает и отбеливающий крем на шею наносит? Да. А у вас? Нет. Вот так делаем. И же тогда вообще... Да. Это корейская... Кисточка. Рахмет.
У нас не пользуемся консилером. А почему вы пользуетесь консилером? Ну, черные круги убрать, какие-то... У меня есть черные круги? Нет, но нужно нам вот эту часть отбеливать. Сейчас у нас будут скулы. Это очень казахский стиль. А у вас же, наоборот, вот так параллельно же делают? Да! Это тоже консилер. Да, потому что мы как базу делаем, чтобы тени держались хорошо. Консилерами? Да, а вы не делаете? Вообще никогда. Ну, как это? Первый Starbucks кофе в Казахстане. Румяна. Видишь такой? Да. Это нужно перед пудрой. И осадками можно сюда отнести. Уже совсем... Вот здесь чуть-чуть, как человек выглядит. Кремовый. Это сухая. Получается, мы сначала наносим кремовый, растушевываем и наносим... Фиксируем сухой. Я тебе сделаю брови, мылом будем укладывать, и у тебя такие будут брови. Какие будут брови? Так много делаем. И нормально будет. Вау. Вот эту часть тоже нужно брать. Вот так. Да, скулы там все. Для кореянок это непривычно, конечно. Конечно. Теперь... Будем нос делать. Такие узкие. Ну, вот так делаем. Юн вообще на казаха похож. Серьезно? Да. Почему все так говорят? Не знаю. Все говорят, что Юн похож на казах. У тебя будет брови и глаза. Вау. Юн, тихо сидит там. Это что такое? Это мыло. Сейчас я... Вот так брови будем делать. Шутка. И брови такие густые вообще становятся. Так, сначала нужно вот так. Ага. В эту сторону, чтобы они хорошо между собой подружились. Угу. Потом вот так вверх. Только вруби, то бежу. О, я чувствую, что то крепко держается. Да. А еще для брови, да? Ну, чтобы они были четкие такие. Глазки. Ага. Закрывай. Сейчас сделаем. Смотри теперь. Уже видишь? Ярко становится. Да. Если хочешь, мы по-корейски, здесь у тебя такой блеск. А, нет, я же казах. Нижний тоже красит? Да. Как так? Закрой глаза. Еще раз, потемнее сделаем здесь. Я уже не кореянка. Да, ты уже больше на казашку. Да, больше казашку похож, да. И выразительные, да, глаза? Это консилер? Нет, это жидкие тени. Сейчас... Жидкие тени? Вау. Угу. Такие. Сейчас мы будем тебе вот здесь вот на внешнем угле. А, окей. На меня посмотри, вот вот здесь мы будем делать. Нижний делаете белым. Тушь. Это я полностью поменялась. Да. Теперь все будут думать, что я казашка, да? Да. Это хайлайтер? Угу. Угу. Помада осталась. Какой ты хочешь цвет? Казахский. Это самый стандартный казахский макияж, да? Получается, можно вот так вечерний. Ну, вечерний еще можно прям посильнее сделать. Чем это? Спасибо, Жанара. За 40 минут я превращалась в кореянку, казашка. Теперь хочу к Юне показать. Обо. Да, да. Вы готовы? Ты. Пингомаджа. Я так много поменялась. Пингомаджа, не? Я немного пойду гулять, 이러고.
어디 가려고? 어, 부산 가려고요. 여기 살려간다고? 너무 진해? 한국 메이크업이랑 비교하자면 확실히 진하지? 하시려면 딱 и мы сейчас поедем с этим макияжем в Чимбулак. Там что? Красиво, да? Горы. Да. Корейцы очень часто приезжают кататься на рижах. Ну вот, кстати, у нас зимой там не катаются. Чимбулак. Чимбулак? А.